Здравствуйте. Теперь хотел бы рассмотреть игру КХЛ и матч между Металлургом из Магнитогорска и Московским Динамо. И вот что я думаю. Тут надо отталкиваться от Металлурга. И главным образом от того, как он играет дома. А дома Магнитка не проиграла в основное время в этом сезоне еще ни одного матча. И как думается, в игре с забуксовавшим Динамо эта статистика не нарушится. И потому чистая победа Металлурга. Неплохо смотрится. Но я предлагаю другой вариант. Тотал больше 4,5 шайб. А может быть даже и 5. Но это риск. И вот аргумент за эту ставку. Во-первых, прошлую игру Динамо вообще не забил. А в хоккее долго так быть не может. И если команда не забила в игре, то в следующей игре обязательно забьет. Ну а Магнитка дома как минимум 2-3 шайбы забьет. Нужно вспомнить о Мазякине, например, с 24 шайбами. И у Ковари с 15 шайбами. Но я ожидаю в первой домашней игре все-таки 4-1. Всем спасибо, до свидания.